почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Литцель, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Как невыносимо трудно иногда понять нашу российскую жизнь. А иностранцам так и вообще ничего не понять. Ни наше комариное лето, так похожее на осень. Ни нашу бесконечную зиму с непролазными снегами. Ни наши бескрайние земли. Да и нас самих, долго запрягающих да быстро едущих, собственно говоря, не понять. Нас боятся и не любят, потому что не понимают. Не думаю, что внести ясность в зарубежные головы сможет новая книга актера, режиссера, священника, общественного деятеля Ивана Охлобыстина «Песни созвездия гончих псов». Сразу предупрежу вас, дорогие слушатели, что в книге много опечаток и просто досадных несуразностей. Сначала, например, Марина Глебовна, потом она же, но Мария, а чуть позднее снова Марина. То главный герой Литвинов, то Литвиненко, а про смену отчеств лучше и не вспоминать. Обложка тоже, мягко говоря, вызывает размышления об адекватности издателей. Понять, с какого перепугу на ней нарисованный Джон Сноу с бабочкой на голове и половинками бабочкиных крылышек, причудливо разбросанных по туловищу, невозможно. Итак, в книге две, как отмечено в аннотации, сатирические повести «Нулевой километр» и «Песни созвездия гончих псов». В «Нулевом километре» доходящий до абсурда рассказ о том, как в маленький городок приезжает новый директор леспромхоза с семьей. Он мечтает, цитирую, быстро совершить что-то героическое и продолжить карьерный рост. Все бы ничего, но он забыл главное правило. В России главное – выжить. Ему очень непросто свыкнуться с выходками зайца-оборотня или с устойчивой привычкой подчиненных уходить в запой на 3 дня после получки. Но побеждает нам присущий коллективизм, ответственность и готовность всегда прийти на помощь. В песне «Созвездие гончих псов» главный герой – бывший физик, а ныне успешный алкоголик. Неожиданно влюбляется. Любовь исцелила и изменила его. И вот счастливый конец. Что объединяет эти повести? Они о России. Непонятной, беспощадной, суровой, сердечной и такой любимой. Автор высмеивает чиновников, коррупционеров, реформы в образовании и здравоохранении. Сочувствием описывает жизнь в глубинке, существование бюджетников и малоимущих. Охлобыстин доказывает, что в России все либо было, либо будет, и так по кругу. А еще и то, что в России нужно надеяться и верить, не переставая. С юмором, искрометно, оригинально и с любовью Иван Охлобыстин описал особенности национального характера и жизни в России в своей новой книге «Песни созвездия гончих псов». До новых встреч! «Дай почитать».